400, так, он куда-то движется. Парни, каковы шансы у нас против писца? Ну, писец. Писец, писец. А чё с лицом, писец? Нет, если альфа-аккаунт нагнёт тенгу, я сгорю. Такого быть не должно. Блин, центрики переключились. Хватит убивать дронов. Ребята, алло. Алло, зачем вы убиваете моих дронов? Альфа-Армагеддон, ему не нужно трогать дронов, ребята. Не нужно. Нужно трогать Альфа-Армагеддон. Ну, я пытаюсь альфануть ему капу для тех, кто не очень понимает. Четвертус, бедный вривар пошел. О, центрики переключились на тенгу. Еще тенгу. Еще плюс локал. Господи, там, мне кажется, там вся карибайская вот эта вот дружная компания набегает, ребят. Держу в курсе. Рейвен. Все-таки я вот так вот сделаю. Ну, дай, плиз, битыч. О, да. О, да. Ой, прям на душе, прям тепло, парни, стало. Прям вот, прям тепло на душе. Лача еще, вот. А можно я до гита доеду? Вот, ребята, вы просто не представляете, как на душе тепло стало. Можно я еще Лохесис убью? Лохесис должен умереть. Ну, я постараюсь все-таки с бластеров. Там, конечно, такой урон на пол рубля. Давай, Лохесис. Блин, что-то Лохесис какой-то, конечно, живучий, парни. Наверное, потому что он Лохесис. Ноу! Лохесис, погибни, пожалуйста. О, нет, Лохесис отварпал. А что, Тенга на Кипетренже стоит, да? Нестор еще, господи. А, это, кстати говоря, интересный очень Нестор. Такой интригующий Нестор. А, пассивная тенгу.
Ай, не проспамилась. Ну, нормально, нормально. Ой-ой-ой, меня еще и подняли. Ну, мне кажется, смартовать. Не, не надо смартовать. Прям. Убить Тенгу на Альфа Армагеддоне. Блин, Лохесис отварпал, понимаете? Вот мне кажется, Лохесисы, которые к тебе вкатываются в клосс, они должны умирать. Но Лохесис таки спасся. Реактивка, да там контроля слишком много было, я в какой-то момент ее переактивировал, но поздновато, по-моему. Итак, какого, во-первых, вот такой Лохесис... Сука. Что ты такое, господи? Мьёльнир Фьюри, ты ещё? Какие Мьёльнир Фьюри? Сука, альфа-аккаунт. 5 миллионов скиллпоинтов. Граплер снял бы вряд ли, он уже на 11 там плохо работает. Господи, сколько это стоит в оригинале? Лярд 150, ребят. Оригинальная стоимость тенге, лярд 150. Пойдем, говорит, поймаем этого стримера. Посмотрите на набор ракет у него, посмотрите просто. Я собака-пвпшник. Мьёльнир Фьюри, Скурш Прициски и Скурш Фьюри. То есть вот ничего, сука, лишнего нету, понимаете? Ну вообще ничего нету. То есть ты покупаешь корабль за лярд и просто ничего не кладешь в карго на всякий случай. О, а сколько, что у него пока?